Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну что, конечно, вопросы, к рассаде возвращаемся, потому что вопросов очень много. В сад сегодня не выйдем, мы переложим обработку сада на следующую передачу. Значит, теперь прежде всего вопросы. Какие вопросы вот именно сейчас? Ну, конечно, больше люди звонят по такому поводу, что не получается. А не получается из-за того, что причин тоже много. Кстати, когда начинаешь разбираться, и большинство из этих причин, это, конечно, почва-грунт. И вот сегодня я немножко все-таки заострю свое внимание, потому что просили показать, рассказать, как подготовить почва-грунт, именно когда мы своих, скажем так, деток пересаживаем уже в большие контейнеры, для того, чтобы продолжить их, скажем так, возрастание. И вот какая земля, какой почва-грунт нужен. Я, конечно, в этом году, вернее, в прошлом году, не подготовила свою почву, просто как-то быстро-быстро все это, работы было много, и получилось так, что, конечно, свой почвогрунт не подготовила. И в очередной раз, вот сколько уже прошло лет, наверное, лет 7 назад только нормальный почвогрунт покупала, был такой биорост, который он создавал и флору, и, скажем так, для рассады пакетики, и там они были такие рыхлые, с песочком, дышащие, ни одного комочка. Безусловно, очень шикарный был грунт для посева. Но сейчас я просто развожу руками, потому что какие бы пакеты красивые не покупались, какой бы грунт питательный не покупался, вы знаете, наверное, и останется желание мое такое, чтобы купил огромный пакет и просто засыпал стаканчики, чтобы он был именно подготовлен для нашей рассады, но такого, увы, нет. И вот сегодня немножко расскажу, как я в этом году произвожу, потому что все-таки просят показать и рассказать. Естественно, это у нас залог нашего будущего урожая. Это развитие корневой системы. И когда растение будет чахлое, и корни у него будут тоненькие и полусгнившие, это, конечно, будет плачевно для вашей рассады. Она, конечно, может прижиться где-то в теплице, будет долго болеть, пока не пустит нормальную корневую систему, и только тогда начнет, скажем так, свое развитие. И вот почва-грунт. Значит, в этом году я остановилась все-таки на Двине. Я уже много рассказывала про этот почва-грунт. Во-первых, он и по стоимости нормальный, и когда его приобретаешь, то, собственно говоря, здесь торф. И вот я могу показать две большие разницы. Если мы посмотрим, вот смотрите, обычная Двина, но он спрессованный, он, конечно, имеет запах немножко плесени, потому что видно, что лежалый. Конечно, такой, если вы один в стаканчик набьете такого грунта, он легкий, он будет, корневая система будет развиваться. Но здесь есть очень большой минус. То, что, во-первых, он быстро сохнет. Он быстро сохнет, и если его не досмотреть, вот чуть-чуть пересушить, он будет большим комом сухим. И именно потом надо будет размачивать его. А в стаканчике сделать это очень тяжело. Он просто воду свою из дренажных отверстий выливает, и стаканчик, получается, опять не парит. Поэтому я, взявши вот эту Двину, потому что все-таки из всех пакетов, которые есть, то это более-менее. Вот смотрите, берем рассадные пакеты. Вот какие комки. Черные. Вот видите, если посмотреть, действительно, совершенно черные. Вот как можно посадить растение вот в этот просто черный кислятину, в этот торф. Естественно, растение просто умрет. А написано красивая этикеточка, питательный почвогрунт, заправленный там все как положено параметры. Не верьте этим картинкам. И почва-грунт готовьте, ну, примерно так, как я. Я вам расскажу, чтобы не было ошибок, чтобы не было потом плачевной ситуации. Значит, на две части вот этого вот торфа, очень хорошего, скажем так, который он более-менее, я, конечно, добавляю в него вот этот, собственно говоря, черный комковатый грунт. Вот.
Делаю две части этого торфа и, конечно, одну часть добавляю этой черной земли для того, чтобы, собственно говоря, у меня удерживалась немножко почва, в почве влажность. Добавляю сюда же песочек. Вот, допустим, ну, пускаю здесь, как вам объяснить, ну, на мисочку этого, полмисочки черного грунта и добавляю, конечно же, песок, свой речной песок, который у меня всегда в наличии. Что надо еще приобрести? Потому что все-таки вы это делаете на долгий срок, практически 2 месяца у вас рассада будет здесь сидеть, и питание обязательно рассаде надо. Значит, чтобы нам, если вы купили уже черный там этот почвогрунт, и чтобы его немножко исправить, ну, добавьте практически песочек, да, и вермикулит. Можете добавить агропиролил. Я всегда его добавляю для разрыхления почвы. Собственно говоря, она у меня и будет пушистая, но вот смотрите, хоть немножечко, но я всегда агропиролита добавляю. Добавляю, потому что он разрыхляет почву и дает воздуху проходить. Добавляю также вермикулит. Почему вермикулит? Он лишнюю влагу забирает из почвогрунта. Это тоже очень хорошие минералы. Ну и, конечно, вот можете купить вот такой вермикулит. Сейчас продается. Видите, он просто весь истолчен в крошку. И очень хорошее средство для добавления именно в почвогрунт, чтобы земля была хорошая. И добавляю также в свою рассаду немножко костной муки. Делаю я это для того, чтобы, конечно, хоть какое-то питание, потому что, судя по всем этим почвогрунтам, я думаю, что там питание совсем не такое, какое надо. И вот все это дело я теперь, конечно же, перемешиваю. Если, допустим, купили пакетик и суховатая почва, естественно, можно добавить сюда влаги, поставить на ночь, чтобы хорошенько распитался ваш, вот видите, вот даже разница есть, что это чернота и что этот торф. Многие, конечно, пользуются этой двиной. Она очень хорошо при добавлении в теплицу, при добавлении в парничок какой-то. Она, конечно, очень, скажем так, наш почвогрунт, вот этот, который тоже тяжелый, она немножко разбавляет, и получается земля более пушистая. И вот все это дело, конечно, разминаем, все хорошенько перемешиваем. Работы, конечно, у нас много. Из-за того, только что вот именно хороший почвогрунт невозможно достать. Уж не знаю, с чем это связано, наверное, для того, чтобы все-таки люди тратили свои деньги, чтобы побольше денег выкладывали на эту землю. Наверное, так, потому что приготовить хороший почвогрунт, это тоже надо, скажем так, затратное мероприятие. Вот смотрите, какой получается красивый, пушистый вот почвогрунт у нас. У нас здесь и песочек, у нас здесь и разрыхлители, и питание немножко. И вот этот почвогрунт пойдет у нас именно для того, чтобы наши маленькие растения перенести и пересадить в большую посуду. Так, почвогрунт готов. Ну и тогда, когда у нас почвогрунт готов, конечно же, смотрим внимательно на наши рассадные стаканчики. Помните, я вам рассказывала, как сеять семена, что именно в такие вот стаканчики, диаметр которых практически 10 сантиметров, мы можем посадить 3 растения, а то и 4. И вот для чего я это делаю? Ну, конечно, я, потому что у меня семян много, и я уже здесь просто выбираю лидера. Если посмотреть вот на рассадные стаканчики, вот смотрите, очень хорошо видно лидера. То есть это уже, естественно, растение будет запоздалым, будет позже. И я стараюсь выбирать одинаковую рассаду, то есть удаляя вот эти маленькие, а занимаясь с хорошими рассадными растениями. Вот внимательно посмотрите на цвет.
Вот я хочу показать, специально оставила. Видите, почва, грунт голодающий, никакой он не питательный. Тут прошло небольшой промежуток времени, а растение просто кричит и говорит: я хочу кушать. Посмотрите, какие здесь светло-салатовые листья. И вот видно даже, как прожилочкам, прожилки стали выделяться. Это естественно, это просто нехватка именно самых основных элементов, того же калия, азота и фосфора. Понимаете, вот хоть что там пишут на этих пакетах, но все-таки делать свой почвогрунт, заправлять правильно, надо научиться. И это будет у нас половина успеха нашего урожая. Значит, рассадили. Как же нам теперь, говорят, вот баклажаны и перец, они очень тяжело переваливаются в стаканчики, то есть именно рассаживаются. Почему? Потому что повреждается корневая система. Баклажаны, они вообще капризны. Их я всегда сажаю в отдельные стаканчики, а потом просто достаю из своих стаканов. Корневая система, вот посмотреть, она должна быть белого цвета. Здесь не должно быть коричневых корней. Если видите коричневые корни, срочно пересаживайте в хороший почвогрунт. Потому что рассада не имеет развития. Оно просто, скажем так, пьет вашу воду, и все, оно не имеет развития. И эта рассада будет, эти корни коричневые, они все равно будут утрачены. Вот, значит, берем стаканчик. Если мы баклажаны просто берем и пересаживаем, то здесь, так как три растения, допустим, вы выращиваете мало стаканчиков и по три растения, то, естественно, надо разделять. И перцы очень хорошо делятся, если их разделить хорошо, вот видно, они очень хорошо делятся, у каждого свое место. И вот видите, просто берете за основание этого растения и просто не надо рвать, а вот просто разделяете. И вот получается, если у томатов я всегда удаляю треть корешка, то у перцев, если есть такое основание, вот эти вот длинные корни, я тоже их удаляю. Просто их отрываю. И корневая система начнет расти больше. Во-первых, я его буду сажать до семидольных листочков. И, конечно, растение должно пустить больше корней. Все-таки, когда салатовый, особенно вот у меня перерощенная рассада, потому что задолго я здесь, я специально оставляла на передачу, чтобы показать. И вот смотрите внимательно. Если посмотреть вот от семидольных листочков до основания, до земли, этот стволик должен быть салатового цвета. То есть именно салатового цвета, тогда это самое время хорошее, когда его можно заглублять. Если же у вас, смотрите, по растению уже пошло такой коричневый, вот здесь уже отходит, стволик становится коричневым. Вот здесь уже рассада передержанная, и при посадке и заглублении в почвогрунт ему будет тяжело корешки пустить именно по этому основанию. Поэтому все-таки передерживать рассаду не стоит, надо вовремя. Значит, какую посуду выбираем? Естественно, любую, какая бы у вас ни была. Я все-таки, так как у меня большие вот эти ящики, поддоны, в которые вставляют стаканы, то я пользуюсь прозрачными стаканами. Если же у вас нет таких поддонов, а допустим, вот такие узенькие, стаканчик ставите, смотрите внимательно, будет ставиться на подоконник, и в светлом стаканчике, когда будет корневая система, он очень сильно жжет корневую систему, то есть перегревается все-таки этот стаканчик. И поэтому, если у вас нет таких высоких поддонов, то стаканчики надо брать непрозрачные. Берите какие-то или белые, или там любого цвета, неважно какого, лишь бы они не пропускали солнечный свет, чтобы они не просвечивались. Вот, значит, берем вот такую посуду. Теперь добавляем наш почвогрунт, потому что все-таки корням у нас нужно основание этого почвогрунта. И взяв за семидольный листок, удаляю вот эти лишние корешочки, которые есть, и вставляю полностью в стаканчик. Вставив в стаканчик, есть специальная ложечка, которую просто досыпаю, чтобы он хорошо стоял. То есть вот это называется, не повреждая корешки.
собственно говоря, корневая система у него, мне главное вот здесь вот развитие корневой системы, вот здесь вот вверху, потому что вот здесь, видите, она начинает уже пушиться, и вот эта корневая система, она мне самое главное, она будет развивать хорошие белые корешочки, которые именно будут основой для питания этого растения. Вот, вставили это растение сильно, я не утрамбовываю. Я вставляю по два пальчика и просто вот чуть-чуть прижимаю. Делаю причем вот эти углубления для того, чтобы полить. Сильно не поливайте, просто чуть-чуть полили, чтобы почва-грунт был увлажнен. И здесь же надо засыпать сверху, замульчировать вот этот почва-грунт, чтобы не было уплотнения, чтобы не было корки. Видите, они получаются вот совершенно рыхлые сверху, а если посмотреть, они вот внутри влажные. Вот видно, видите, влага все равно видна. А сверху вот они все сухие. И вот в таком состоянии растение ставится. Значит, сразу же переносить в холодное место все-таки не рекомендую. Пусть температура, в которой стояли ваши рассадные стаканчики, пусть она и сохраняется точно такой. Почему? Потому что все-таки растение должно немножко привыкнуть к этому почвогрунту и, скажем так, немножко окорениться. Для этого вот 6-7 дней достаточно. И ваше растение будет хорошо себя чувствовать именно когда пройдет уже хотя бы неделька. Вот можно даже ставить сейчас не под свет, а просто где-то в светлое помещение, там, где будет сохраняться, просто светло будет. И температура, конечно, должна быть приблизительно такой, в которой содержались ваши рассадные стаканчики. Закаливать мы с вами будем их позже. Вот, и приучать, собственно говоря, потому что в этом году тепло, и у меня уже все томаты и все рассадные ящички, в которых растут и всходят томаты, они сразу же у меня уезжают на лоджию. Причем днем там все время открыто и свежий воздух. Открыто даже на улицу. Поэтому будем приучать. Это не касается перцев и баклажан, потому что это все-таки капризульки. И мы их должны сделать очень аккуратно. Вот сейчас я третий перчик досажу уже, чтобы у меня, скажем так, не лежало растение. Вот. За семидольный листок. Семидольные листики должны быть крепкие. Если же у вас в стаканчиках, вы видите, что, тоже был вопрос, вот он у меня сбросил семидольные листики, и уже эти листья, которые у меня больше, опадают. Вы знаете что, растение тоже дает сигнал, они должны быть крепкие, они не должны опадать. Вот. Только когда мы будем в почвогрунт их высаживать, вот эти стаканы, тогда я всегда удаляю вот семидольные листики и всегда удаляю два нижних листика. Вот. Поэтому внимательно смотрите за растениями. Если же у вас началось осыпание, это прежде всего или перелив растения, или же растение голодает. Мы с вами еще будем, конечно, говорить много о том, как покормить растение и чего ему не хватает. Мы все-таки с вами разберемся и вырастим нашу замечательную рассаду хорошей и здоровой. Вот, это что касается перчиков. Всем понятно, я надеюсь, как пересадить в эти стаканчики. Значит, когда кормить рассаду? Рассада у вас должна именно прижиться. И для этого надо время, пускай это пройдет 7-10 дней. И первая подкормка будет обязательно. Почему? Потому что мы сюда высадили голодающее растение. Боже, мало того, что голодающее, сегодня еще кот залез. Погрыз мне все листья. Ой, не знаю, что делать. Все-таки животные жалко, но страдают мои все баклажаны. Огурцы я уже не могу вырастить на балконе третий год, потому что просто съедают все. Хоть на потолок вешай, он все равно залезет туда и съест эти огурцы.
Так, ладно, теперь вот о том, именно как подкормить. Вы знаете, сейчас есть биопрепараты, очень хорошие. То есть это то, что не накапливается в почвогрунте. Если вы сюда насыпите просто мочевины там или еще что-то, у вас просто тут будет очень большое скопление азотсодержащего препарата, и это вредно для растения. Оно будет тоже болеть, только совсем подавать другие признаки. Вот, потому что ожог корневой системы удобрениями — это то же самое, что его просто залить, и то же самое сгниют все корни. Есть очень хорошие биопрепараты. Вот смотрите, от болезней растений бактофит. Здесь даже, вот смотрите, этот бактофит, здесь все написано, как его развести, как его что сделать. Очень хороший препарат. Вы знаете, что и... когда почва, грунт неизвестного происхождения, пускай он даже с ваших грядок, вы же его не можете сделать химический анализ почвы дома и проверить его. Естественно, там бывают, остаются какие-то, зимуют, и в почвогрунте остается незначительное количество бактерий гнилостного характера, то есть какие-то грибковые бактерии. А вот именно здесь... бактофит, он оздоравливает почву, он именно скапливается и убивает вот этих паразитов, которые там в почвогрунте. Но это просто легко и ясно я вам объяснила. Поэтому вот сейчас есть народные такие средства, также триходерма. Триходерма очень хорошо, если купить ее и перед тем, как рассаду сажать в теплицу, пролить в почвогрунт. Очень хорошее средство. То есть там, особенно где растут такие растения, как огурцы, которые подвергаются корневой гнили. И, конечно же, вот в этих тепличках очень хорошо и полезно. Если рассада переросла, ну прокараулили, ну уехали, ну не заметили, как зашла, проросла, есть средство такое вот, как крепень. То есть оно не дает перерастать рассаде. Тоже все написано, прочитайте. И вот для тех, кто спрашивали, как помочь и что сделать, я вам объяснила. Итак, следующий вопрос. Здесь, конечно, уже для тех, кто выращивает черенки декоративных кустарников, черенки винограда, розы и всяко подобных вот растений, именно черенкования. У нас черенкование очень сложное. Почему? Потому что все-таки не частный дом, а, скажем так, квартира, и отопление — очень сухой воздух. И если эти черенки у вас будут находиться в квартире, их обязательно надо опрыскивать. Потому что все-таки плачевная ситуация будет из-за того, что именно сухой воздух будет угнетать растения. Такие, как виноград. Еще, допустим, я свои растения, ну, пускай начало мая, буду только приучать к почвогрунту. Но все равно почвогрунт я еще не сажаю. Где-то после 10 числа. Если взять стакан, они вот буквально за 2 дня опоясывают весь стакан корнями, и корневой системе некуда будет деваться. Для этого я использую, используйте все, что есть. Большие пакеты из-под сока, из-под молока. Вот я использую такие бутылки из-под молока. И, собственно говоря, пускай это 2 литра, но все-таки здесь можно все-таки как-то черенок этот уберечь. И, скажем так, для него это будет полегче. Вот при срезе вершины просто разрезаю. Для чего я делаю? Для чего я разрезаю? Во-первых, смотрите, если там будут растения, особенно если это узкие, мне его надо будет вытрясти оттуда. Вытрясти мне его очень тяжело. То есть со сплошного стакана это сделать очень сложно. Для этого я делаю 2 разреза. Я их обязательно разрезаю. Здесь, если хорошо на свет увидеть, здесь даже есть... видны такие полосы, где паялись, скажем так, эти бутылки. И вот по этим полосочкам мы разрезаем. Это делается все легко, если вы привыкнете. Но я считаю, все-таки этим надо заняться. Почему? Потому что у нас растение это будет 2 месяца еще в почвогрунте. И для этого нужны большие... купить большие горшки рассадные, это затратно. Ну, можно один год, собственно говоря, позволить себе купить. Но если у меня их много,
Если у меня их целая лоджия, представляете, сколько надо денег, чтобы мне купить все эти рассадные горшки. Во-первых, если большой горшок, горшок он не будет у вас такой вот худенький. Если будет большой горшок, естественно, место здесь занимает больше. А все-таки эти вот как-то более такие, мне понравилось. Здесь же делаю обязательно дренажные отверстия. То есть горячим гвоздем все это дело делается. Даже если выйдет корневая система, она выйдет из дырочек, потому что за 2 месяца она все равно будет большая. У меня здесь засилено все мхом, то есть у меня здесь мох. Мох этот хорошо у меня тоже влажный, и растение сохраняется влажным. Когда его мне пересадить надо будет, я его до пересадки практически дней 5 не буду поливать, ком у меня будет сплошной. И для этого я просто возьму вот этот скотч по порезам, просто здесь проведу, и у меня баночка откроется. Потому что я еще делаю разрезы вот такие здесь вот вдоль стакана, чтобы он хорошо открывался. И все это скотчем заделываю. И у меня этот стакан раскроется легко и просто, и растение не пострадает. То есть с комом земли я его в ямку так и посажу. Это вот что касается рассады. Ой, черенков. Черенки болеют. Болеют черенки. Почему? Потому что я говорила, когда вы достаете с хранилища черенки, или неважно откуда они вам достались, вы в первую очередь их должны продезинфицировать, хотя бы в марганцовочном растворе. То есть пускай они минут 20 помогнут в этом растворе, потом промыть водичкой, у них еще спящие почки, они очень хорошо промывают древесину. То есть вот все, что заболевает у вас сейчас, это все идет оттуда, что черенок, у вас где-то просто есть грибки, которые стали развиваться именно на ваших ростках. Поэтому всегда черенки перед высадкой надо их продезинфицировать и хорошенько, конечно, увлажнить. То есть черенки, которые не взошли, значит, вы не дали им хорошо отлежаться в воде. Просто надо видеть, если я ложу черенки на хранение в подвал, в мокрый песок, то я их, когда я достаю, то в них влаги достаточно. И мне достаточно ночь подержать просто в ванночке. Вот ложу в такой тазик черенки, чтобы они вымокли. Если же у вас черенки совсем сухие, подержите их дольше. Черенки должны вымокнуть. Черенки еще не поздно сажать, можно заниматься этим. Времени хватает, просто много. Я все не успеваю, поэтому делаю с опережением графиков. Итак, расскажу еще один сюжет. Вот растение, которое оставило в 2 почки. Ну, так как хочется уже развития хорошего, то оставила в 2 почки. И растение будет развиваться вот 1 почечка и вот 2. И вот это приземистое, конечно, мне надо будет ее немножко исправлять. Для этого, когда она у меня отрастет, я буду немножко подвязывать вот к этому деревянному черенку, чтобы он у меня был вертикальный. Потому что при посадке его я немножко его буду заглублять, чтобы здесь вот хотя бы расстояние от земли у меня от этого уже было хотя бы 10 сантиметров. Вот. Чем хорошо? Естественно, хорошо, что уже 2 будут развитые лозы. То есть нижняя и верхняя. И вот существует вопрос. Смотрите, проснулась не 1 почка, а 2. И, конечно, по правилам, и когда вы вот подвешиваете свой виноград, который у вас находится в открытом грунте еще, скажем так, в спящем состоянии. Вот он просыпается, и когда в открытом грунте уже на шпалере просыпаются 2 почки, естественно, я хожу и выламываю эти почки, слабый побег, и именно тот, который мне нужен, я оставляю. Для чего я это делаю? Именно, чтобы развивался, скажем так, хорошо только 1 побег, потому что здесь будет большое, все равно осенью вам придется его просто вырезать. Что тут объяснять? Это я вам все покажу на улице, когда будем в винограднике, все это расскажу. Но в рассадный период я этого не делаю. Я его, как он у меня есть, так он и есть. Единственное, что я выламываю все кисточки, которые на цветение, цветочные кисти, потому что они забирают очень много питания с растения, и растение ослабляется. Я это все убираю.
А это все оставляю, потому что мало ли залезет мой котик, сожрет одну, мало ли вы везете, отломаете одну. Всегда надо иметь запасную. Поэтому здесь ничего нет страшного, если будут расти сейчас три веточки. Мы при посадке сделаем все правильно. И я буду, конечно, про это рассказывать и показывать. Вот, это что касается черенков. Значит, было очень много вопросов по томатам. Когда их высевать? Все-таки весна ранняя. Рискуем, делаем небольшую грядочку, чтобы были ранние, чтобы было хотя бы десяток-двадцаточку посадить, если будет у нас тепло. Будем рисковать, но все-таки основная высадка у нас идет в мае месяце, поэтому еще рановато. Мы будем где-то в середине, чуть ближе уже к 20 числам, высевать наши томатики именно для открытого грунта. Поэтому, пожалуйста, сейчас еще рановато. Мы об этом будем разговаривать. Все ваши вопросы я собираю. Звоните, кому непонятно. И я всегда буду рада ответить. А в следующей передаче мы идем в наш сад. В преддверии праздника 8 марта, все-таки сегодня уже приближается наше 8 марта, хотела бы поздравить всех женщин, девушек, девочек, бабушек, мам и, конечно же, наших мам. Вот в лице всех мам я хочу поздравить все-таки свою маму Рудеевич Елену Владимировну с праздником, пожелать ей крепкого здоровья, пожелать, чтобы ее глаза всегда сияли от счастья, чтобы она всегда улыбалась, чтобы поменьше огорчалась. И, конечно же, всем хотелось бы пожелать мира, чтобы у нас был мир, чтобы не было войны, чтобы не было женских слез. Любите и будьте любимы. Всем женщинам желаю только хорошего, цветов побольше, подарков и внимания мужчин. Ну а на сегодня все. До свидания. Берегите себя.